Всем доброго рака! С вами Дочь 30 тысяч или же редкий корабль. Надеюсь, мое приветствие опять не заглючило, а то как в прошлый раз. Ну ладно. Мы в прошлый раз прошли пиньяту очень жесткую, я скажу. Мы прошли босса Горгончо и также 9 уровень. Что, мы продолжим дальше? Так-с, даже не знаю, что выбрать. Ой-ой-ой, Томб Райдер зомби пойдет. Ну, значит, нужны обязательно могилы разрыхлять. Вот, три обязательных вещи, которые мне нужно взять в каждый бой. Ауч. Так, ну-ка, давайте возьмем вот АКЕЕ и вот этого. Орех, да. Угу. Почему эту нельзя взять? Ну, блин. Ладно. Как всегда, можно брать любое что-нибудь. В этом случае у нас это цитрон. Ай, блин, я же не взял ничего для заработки солнца. Хотя мы можем все по хардкору, конечно, пройти, но это... Нет. Нетушки. Давайте двойной подсолнух, что ли. Ай, начинаю. Хотя я, наверное, взял зря цитрон на новый уровень. Так. Ой, опять зависло что-то. Ой, по два пошли. Это мне что-то не нравится. Как-то. Нетушки. Окей. О, ну давай цитрон положим. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, пошли, пошли, блин. Пошло говно по трубам. Так. Опять что-то зависает все. Да уж. О, не-не-не-не-не-не. Пошел отсюда, иди нафиг. Ай-яй-яй, блин. Время у меня еда уходит из-под рук. Ладно. Ну, наконец-то. Ай, да что ж такое? Вот так вот. Да. Блин, у меня опять не по феншую пошло. Я все остальное. Что за хрень? А, я опять все зависло. Да что ж такое? Так, пошел отсюда. И ты тоже. О, пригнал. Ой, как много их. Наконец-то пошел. Погнали, следующий уровень. Так, что тут у нас такого? А, блин. Здесь не получится выбрать свою тактику. Здесь обязательно нужно следовать компьютеру. Хм. Тактика не такая уж плохая, я скажу. Ну, говно какое-то, а не тактика. Mm-hmm.
Ну, для начала сойдет. Как вы заметили, бумеранг у нас стоит 150. Это не новая, конечно. Это не новая версия, если что. Это просто я сделала так, что бумеранг стоил намного меньше своей нынешней цены. Да. А, блин, опять зависло. Ну да. Ой-ой-ой, пошло говно по трубам. А нафига я это использовал? Ну ладно. Использовал. Чё? Ладно. Ай, там идет. Ай, ну ладно, его все равно замочили. Ай, ой. Опять, блин, зависло. Не знаю, что такое у меня происходит. Наверное, из-за переизбытка длинных слов. Ха. Фак. Я случайно прошел 12 уровень вне записи. Ну ладно, тогда 13 продолжим. Ха. Надеюсь, вы же простите. Так, выбираем. Ну, как всегда, могилоеда. Правда. Это не обязательно, конечно, но ладно. Так, ол, давайте возьмем впервые лазербин. Никогда мы его не брали. Давайте еще шардгорд. Лава-гуава. Давайте примал. Этот. Ну и. А давайте гриб за ноль. 2, 3. Блин. Только сейчас я осознался, что я ничего взял особо стреляющее. А, что? А, чего? Чего? Что, откуда у меня квай? Что происходит? Ладно. Надеюсь, больше этого не повторится. Ладно, а так мы продолжаем играть. А, опять. Ага, ну чё, можем ставить уже стреляющие. В общем, так мы расправляемся с добычей. Ха-ха-ха. Ай. Надо на всякий случай так взять. Да, так тоже можно. Правда, не знаю, зачем это мне. Да. Я, кстати, помню, в Dark Eggs был как раз тот момент, когда эти грибы нужно было защищать. Вот. Эти грибы мы
нужно было защищать. И мы должны были юзать его, чтобы они не умирали. Да, какая-то хрень была. Только сейчас я расскажу. Ай, я хочу взять монетку. Вот так вот. Угу. Интересно, а меня вот так вот слышно? Меня слышно там? Походу нет. Если что, извините за переходы в голосе, то есть в громкости голоса. Я иногда отдаляю от себя телефон, иногда приближаю. А иногда говорю. Ну да, ладно. Еда, еда, еда. Кстати, это конец, и я не заюзал вот это. Ну, походу, нужно уже завершать игру. Походу, да. Ну, короче, что мы делаем? Всем спасибо за добрую рыбу, всем удачи, всем пока.